Здравствуйте, это канал Herbals Я, и сегодня мы поговорим про настойку из одуванчиков. Настойка одуванчика возбуждает аппетит, усиливает выделение желудочного сока, улучшает обмен веществ, способствует выведению холестерина из организма, оказывает кровоочистительное, желчегонное, мочегонное, общеукрепляющее действие. Настойка из одуванчика применяется при потере аппетита, вялом пищеварении, при заболевании печени, желчного пузыря, образовании камней и желчных протоков. Настойка корня одуванчика используется в качестве желчегонного средства при болезнях печени, при заболеваниях легких и опухолях селезенки.